За один день в Одессе произошло сразу два обрушения. На улице Мельницкой рухнула стена, которая еще 15 лет назад являлась продолжением жилого дома. До обрушения она выполняла функцию забора и стихийной свалки. Очевидцы говорят, что стена накренилась еще несколько лет назад, но Малиновская райадминистрация жалобы и заявления местных жителей игнорировала. Обрушение было лишь вопросом времени. Примерно 15 лет назад на этом месте был жилой дом, но впоследствии от него осталась только стена, служившая забором. Все эти года люди сносили сюда строительный мусор, и стена, не выдержав давления деревьев и того же мусора, просто рухнула. Второе обрушение произошло на улице Леонтовича. Это бывшая Белинского. Каменный дождь посыпался с балконов на втором этаже. Очередное обрушение. На Леонтовича несколько фрагментов дома упали на пешеходный тротуар. Тут же и находится аварийный выход супермаркета. Каменные глыбы посыпали сразу с двух балконов. Территорию пока никак не оградили. Люди продолжают ходить под опасными балконами.